Продолжаем серию репортажей об играх, включенных в спортивную программу Всемирных игр кочевников. Сегодня наш рассказ об одном из самых популярных единоборств – борьбе на поясах алыш. Этот вид спорта включен в список Всемирных игр боевых искусств, международные спортивные соревнования среди студентов универсиаду. Алыш – незаменимый вид спорта и на Всемирных играх кочевников. Тему продолжит Диана Мамекова. Чтобы попасть в сборную, спортсмены прошли через многие испытания, но уже будучи в команде, их задача не облегчилась. Они во второй раз отправляются на учебно-тренировочные сборы на Иссык-Куль. На этих играх алыш будет представлен в двух направлениях – классическая борьба и вольная. В каждой по 6 весовых категорий. На этот раз участвуют и девушки тоже. Среди них Кумишай Аттокургызе. Борьбой увлеклась недавно, но уже показывает хорошие результаты. Призер многих республиканских соревнований. По словам Кумишай, в этом виде борьбы главное – цепко хвататься за пояс. Оторвешь от пояса руки – считай, проиграл. Пояс должен быть крепким. Узел тоже завязывается по-особому. Потом пропускаем через голову и вот так начинаем борьбу. Алыш он не травмоопасен, поэтому я и выбрала этот вид. Если будешь выполнять все по правилам, то не получишь травм. Большие надежды тренеры возлагают на Кайрата Мамадзакирова. Он будет выступать в весе до 90 килограммов. На первых играх он занял второе место. Теперь же, сделав работу над ошибками, поборется за золото. Я в первых играх очень много вес гонял, да? У меня вес был 90 килограмм, я 10 килограмм вес гонял. Вот из-за этого, наверное, я уставший был, да? Поэтому я проиграл. Ну, это спорт, кому как-то. Иногда везет, иногда ошибку совершаешь и проиграешь. Ну, надеюсь, я готовимся и займем первое место. Всего во вторых играх в этом виде спорта будут участвовать спортсмены из 45 стран мира. Главными и сильными соперниками являются туркмены, узбеки, таджики и россияне. Я ожидаю медалей больше, много, но девчат, можно сказать, 3 золотых, наверное, я ставлю задачу 3 золотых. И ребятам тоже 3 золотых ставлю задачи. Я надеюсь, если у нас будет 6 золотых, мы займем общекомандное первое место. Отдохнув, спортсмены выехали на сборы. До самого начала игр они будут тренироваться на берегу Иссык-Куля. Диана Мамекова, Алмаз Нурмамбетов, Общественный, Первый канал.